Коронавирус благосклонен к беременным женщинам. Такое мнение в интервью телеканалу НТС выразила акушер-гинеколог Севастопольского родильного дома номер один Светлана Мочилова. Врач высшей категории сравнила течение беременности у женщин с коронавирусом и гриппом H1N1, эпидемия которого случилась в 2009 году. Он был очень жесток с беременными женщинами. Было очень большое количество материнских смертей и детской смертности. Коронавирусная инфекция у беременных женщин ведет себя немножко по-другому. Этот вирус, можно так сказать, благосклонен, если к нему можно подобрать такое слово. Благосклонен в том плане, что он не так контагиозен, как предыдущий. Он в подавляющем большинстве случаев протекает у женщин беременных, ну, так же, как у населения с низкой группой риска. Достоверных случаев передачи коронавируса во время беременности и родов от матери к ребенку не зарегистрировано, отметила Светлана Мочилова. Те случаи заболевания новорожденных, которые отмечаются, они могут быть в семье, то есть в окружении, да, из эпидокружения, они, вирус мог передаться ребеночку от мамы уже после рождения. То есть вертикального пути передачи достоверно не установлено, это большой плюс. Как изменился подход к работе с беременными во время пандемии? Что ждет будущих мам в родильном доме? Влияет ли COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин? Как изменился портрет современной беременной? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы «Актуальное интервью».